есть такие картины на входе и пограничные столбы. Ковры, все дела. Здесь начало композиции. Представлена форма. Гимнастерка парадная. Макет первого казачьего поста. Выглядит какие-то документы, газеты, уссурийский казачий вестник, газета. Ух ты, какой меч! Вся такая дырявая. А это что такое за коробка такая? А это мина противотанковая. Каска еще старая, 38-го года. Каска такая. Это герои Хасана здесь. Кинопроектор Украина. Ух ты! Ух ты! Вот это да! Вот это техника! Боевая. Здесь знамена такие.
Интересно. Здесь уже 41-45 год. Что-то какая-то крепость, что ли, или что это? Фрагменты кирпича Брестской крепости. И что-то там нацарапано. Сложно прочитать. Костюм какой-то. Наверное, это то, что изъяли у преступников. Здесь вот в книжке пистолет. И модели вертолетов и самолетов. Поднимаемся выше. Здесь представлена парадная форма от младшего сержанта до, наверное, генерала какого-нибудь. Вот. Thank you.
здесь парадная военная форма, корейская форма. Здесь система, колючая проволока, если ее задеть, то в караульном помещении раздастся сигнал и здесь капканы.